На минувшей неделе во всех поселениях Ямальского района прошли выпускные вечера. Из рук директоров школ 11-классники получили аттестаты о среднем общем образовании. Позади у этих ребят непростой этап – итоговая аттестация. В этом году выпускники сдавали экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Остальные дисциплины ребята выбирали для себя сами. По информации Департамента образования Ямальского района, предварительные результаты по этим предметам уже известны. Остальные появятся позднее. По русскому языку все 100% обучающихся преодолели минимальный порог. 13 человек получили высокие результаты от 80 до 100 баллов, что в два раза выше с результатами прошлого года. Самый высокий результат по русскому языку показала выпускница Салимальской школы. Девочка набрала 90 баллов из 100. По математике результаты скромнее, но все же лучше показателей прошлого года. Средний балл по пятибалльной системе по этому предмету составил 4,2. Двое учеников, к сожалению, не смогли преодолеть минимальный порог по математике профильного уровня. Также в этом году снизилось количество медалистов. В прошлом году было 8 медалистов, выпускников школ. Все школы представили медалистов, кроме Сиехинской школы-интерната. Самое большое количество выпускников и медалистов было в Ямальской школе. Это 4 человека, что составляет 50% от общего количества медалистов. В этом году также в Ямальской школе 2 выпускника получили медали за особые успехи в обучении. Помимо аттестатов и медалей, выпускники также получили грамоты и благодарственные письма за активное участие в спортивных и культурных мероприятиях, добровольческую деятельность и особые заслуги в годы обучения. Также без внимания не остались и родители выпускников, которых поощрили благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и помощь, оказанную школе. Ребятам после летнего отдыха предстоит окунуться уже в другую жизнь. Для них открыты двери высших учебных заведений страны. Уже сейчас они готовы сказать, кем им предстоит быть в будущем. Я хочу стать успешным спортсменом либо тренером по волейболу. Я хочу выучиться и стать журналистом. А добиться успеха в жизни. Просто чтобы, я считаю, что главное — это быть хорошим человеком.